Деревня красивая. Мне нравится. Люди такие добрые, я бы сказала. Отзывчивые. Вот. Если что-то нужно помочь, то никто не откажет друг другу, мне кажется. Кажется так. Красница деревня мне вообще нравится. Она как-то люди живут дружно. Хотя вот она небольшая деревушка, сколько здесь? 38 жителей, 20 жилых домов. Но она сама по себе дружная. Асфальтированное покрытие, все обслуживается хорошо. Ну, к людям приятно зайти и пообщаться с ними, поговорить о жизни, как живете. И помочь таким людям приятно, потому что действительно люди добрые. И тут вся деревня родственники друг к другу. Кто в третьих, кто в четвертых, кто во вторых, как говорится, идут связи между всей деревней. В деревне у нас очень хорошо. Мы всю жизнь прожили здесь. Работали в городе, но каждый выходной приезжали мы сюда с мужем. Его мать здесь жила, а мои родители на том поселке жили. Мы поженились. 4 года мы дружили с мужем. Я вышла в 19 лет, он в 24 женился на мне. И вот мы уже живем 42 года будет, как мы живем вместе. Вырастили 2 деток. 2 внука у нас. Мужа закрыли. Ой, не закрыты еще. Ой, какие симпатичные. Дайте, как меня выскочило симпатичные. Не, меня выскочило. Такие хорошенькие. Вам не жалко их есть? Жалко, но надо. Опять пошли. Ты понимаешь, Юра, свободу любят все. Даже свинки. Или как вы их называете? Дюрики. Смотрите с той стороны. О! Иди на место. Иди в пуню. А и второй ручки. Куда иди? Иди в пуню. Ой, какая красивая. Можно тебя погладить? Нет? Не хочешь? Не хочешь, но видишь, пройдет. Ага. Живем с самого детства, родились тут и выросли. Ну, как начали, как поднялись, наверное, годов с 13 в колхозе, ж так и пошли работать. Работали и пастухом я, была даже молодость. И дояркой, и свинаркой. Все испытала на своем ходу. Но все равно нам наша, лучше нашей деревни, нам... Нету, нам нравится в ней жить. Да, поедем уже на рынок, просто садитесь. Ну, так же курочек пойдешь покормишь, чем-то займешься, трошку замнешься. А так же сяди. Не, надо трудиться трошку, работать, тогда и будешь... Здоровей? Да, чувствовать здоровей. Во-первых, еда очень вкусная в печи. Держим мы хозяйство, для этого тоже печка нужна. Дети приезжают, любят блины из печи, кашу вкусную, щи. Погреться на печи очень хорошо и для здоровья, и так после работы полежать, отдохнуть. Но я свою жизнь без печи не представляю. Ого. Вот, ну, сверху грибочки, тут мяско, но она еще не готова, конечно, буду сейчас разжарочку делать для нее. Эх, повезло сегодня вашим едокам. Ну, почему повезло? Это еда простая, обычная, еда деревенская. Мама только пирожками вас балует? Ну, почему только пирожками? И блинами вот вчера приехали, прям на блины сразу. Могу вам даже показать. Угу. Печку вижу. А вот, сковорода пошла. А вы умеете? Да, конечно.
В Чаусах у вас есть печка? Не, у нас в Чаусах, к сожалению, нету печки, поэтому приезжаем сюда баловаться вкусняшками. Нет, это просто невозможно. Юр, извини, пожалуйста. Деревня наша хоть и маленькая, но вот даже дачники все мечтают с города у нас дачу себе приобрести в нашей деревне. Очень хорошо у нас в деревне. Симпатично. Красивая, такой. Да? А что у вас еще есть в хозяйстве? Коровы есть, свиньи, 4 коровы. 4 коровы? 4. Почему так много? Сейчас же ведь никто столько не держит. Ну, не лениться, значит, можно держать. Симпатично. Да. Имена у них есть? Да, Зорька, Белка, Серёда и Лыска. Корову не держать, это... Не знаю. Так кто ленится, тот не держит, кто не ленится, тот держит. Коровы много дают молока. Можно ли на этом заработать сельскому человеку, чтобы чувствовать себя увереннее материально? Коровы молоко на языке. Как покормишь, так и надоишь. Правильно? Наверное. Я городская жительница. Хватает. И себе хватает, и государству сдать хватает. Нормально. Оп! Решили купить мотоблок. Культивировать, притом рыхлить, говоря, что землю очень хорошо. Между прочим, почти у всех, которые здесь хозяева, мужики есть, то почти во всех это самое мотоблоки. Потому что, ну, проблема с этим, с конем, ходить один за одним. Тут дачнику приезжает тоже ж море, когда начинается сезон, открывается с апреля месяца. И всем надо. Кажется, огород огородом, но все равно это самое, вот такие пироги. Ну, проходи, Петруха. А сколько же хут у вас? Так все выходит и выходит. 20. Ну что, поросят посмотрим? Посмотрим. Ну что, ах вы жулики малые. Вот так, вот видите, здесь вон лес. С этой стороны лес, с той стороны лес. Красота. Чем плохо жить в деревне? Вот я не понимаю, почему люди сидят в городе. Если я понимаю, может быть, у кого-то нет возможности. Но если у человека есть возможность в деревне жить, ну, ты хотя бы вот эти грядки свои, все же свое. Для того, чтобы жить в деревне и что-то иметь, надо трудиться. Тогда на столе на твоем будет все. Мурчик, пошли, ктик-ктик-ктик, веди гостей в дом. Я лапушка. Вот так.